Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить True Crime New York. Мы возвращаемся к Маркусу. У нас новая одежонка. Классно. Классная кофточка у нас. Мне нравится, как Маркус выглядит сейчас. Просто супер. Находимся опять в полицейском участке. Тут классно. Так. Посмотрим, что у нас с зарплатой. Congratulations, detective. Your new promotion comes with a bonus and a pay increase. Классно. Мне бы такую зарплату. 66 тысяч. Whoa, looks like you got a bunch of uncollected pay. Вот это круто. Нас повысили. Повысили по-любому. Так, сейчас пройдемте пока в этот вооруженный. Там у нас наверняка мы будем получить новые навыки полицейского. Сейчас выясним. Hey, Reed! Hey, now that you're promoted, you wanna see some new toys? Здорово, здорово, братишка. Че у тебя есть? Замедление? 5000. Клево. Максимальное замедление времени во время стрельбы из прыжки. Угу. Во время стрельбы в прыжке. Интересно. Классно. Thanks. Конечно, берем. С удовольствием. Так, это что у нас? Гранатомет. Круто. Интересно, я могу пускать ракеты из него. Интересно. Шумовая граната. Ну, шумовая граната, думаю, это ерунда. Так. Это что? У меня куплено? Да. Это у нас куплено, друзья. Ладно, возьму. Что уж делать? Right, пускай будет. В багажник. Отлично. Отправляемся в гараж, возьмем нашу тачку. Well, I heard you got yourself a promotion. Wanna pick a new ride? Угу. Можем новую купить себе. Даже не знаю. Разгон лучше или управляемость? Я думаю, управляемость лучше. А давайте возьмем эту тачку. Класс 5. All right, I'll have somebody pull it up for you. Okay, coming right up. Спасибо, чувак. Так, посмотрим, что у нас есть в багажнике. Я хочу, друзья, в этой серии научиться драться посохом. Ну, посохом это такая длинная палка. Вот чем я хочу научиться. Вот посох. Бо. Вот этим я хочу научиться, друзья. Я возьму с собой. И сейчас проверим, смогу ли я им управлять красиво. Поехали на улицы Нью-Йорка. Сегодня, друзья, не пойдем по сюжетной линии. Повыполняем побочные задания. Полицейские миссии. Побочные задания. Сходим к друзьям. К знакомым. Подеремся на турнире. По сюжету пока не пойдем в этой серии. Следующее обязательно пойдем. Так. Посмотрим, друзья. Что я смогу сделать? А, я умею, да, драться? Посохом. Классно. Хулиганы на улицах. Вот как раз я хочу. Классно. Красиво, да, я двигаюсь. Пацаны. Так, ну мне нужно... Так, по карте посмотреть, где мне необходимо выполнять задания полицейские.
Вот, видите, эти зоны красные. И больше всего мне нужно выполнять именно в этих зонах полицейские задания. Так что едем именно на эти зоны. Будем освобождать Нью-Йорк от мерзости всякой. Тихо, тихо, тихо. Так, аккуратно едем, аккуратно. Тихо, тихо. Стараемся не сталкиваться ни с кем. Кстати, тачку можем перекрасить. Если... Ну так, так. Цвет неплохой. Неплохой у тачки. Так, почти доехали. Опа, чуть не влепились. Так, друзья, надо взять, вот видите, красная точка на карте. Попробую взять. Это должны быть специальные, блин, кроссовки. А, пока остатые. Прикольные. Вот, эти кроссовки, друзья. Вот они. А их всего 10 всего. По Нью-Йорку искать надо 10 кроссовок. Чего они дают, я толком не понял, но какой-то бонус они дадут, если забрать все 10. Так что вот, надо собирать, если найдем с вами, друзья, эти кроссовочки. Так, где я? Сейчас налево завернем. Опа! Тихо-тихо-тихо! Вот и дождик пошел опять в Нью-Йорке. Часто льют дожди. Так, ну сейчас подождем полицейских заданий. Так, едем к вам. К мадам, то есть. У меня опять язык заплетается, друзья. Едем к мадам. Сексапильная мадам. Блин, мне это последнее задание было, блин, тяжелое. Я попробую выполнить его. С папарациями там. С этими. Так, давайте. Тюнинг возьму, мигалку обязательно. Красить не буду. Ну и ремонт возьму. Все. Отлично. Сейчас машинка с мигалочкой. Классно. Нормально. Расступитесь, полиция. Тут ты, козел. Я сказал расступиться. Вот кретина. Суки, наглые, как танки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, наконец-то, вот, вызов. Полицейский вызов. Едем к нему. Бытовая ссора. Как раз рядом с нашим заданием. Черт. Тихо-тихо-тихо, дайте проехать. Дайте проехать. Полиция. Отлично. Мы здесь. Мы на месте. Так, бытовая ссора. Ну, давайте. Разберемся с этим. Разберемся. Так. Ай, опять. Поссорились. Так, я пробую разобраться с нашим... посохом. Классно, да? Посох. А ну-ка. Полиция. Ты дерьмо. Ха-ха-ха. Все. Отдыхай.
Отлично. Вот и все. Задание выполнено. Немножко испробовал новый стиль. Стиль посоха. Можно так назвать. Новый боевой стиль. Классно. Блин, субъект с оружием, это, блин, опасно. Попробую выполнить. Попробую. Черт, он стреляет. Алиса, ты арестован, ублюдок. Сукин сын, а. И мою тачку повредил. Конечно, сука. Из оружия это, сука, стрелять, конечно. Да я тоже коп. Мать твою. Я на полицейском... На полицейском задании. Мерда. Так, друзья, ну попробуем выполнить это задание. Hello, Marcus. You know, I have a new girl you'd love. You know why I'm here. It ain't for small talk. It's no secret that my client list includes the very rich and famous. Another such VIP is in town for a UN bash. He's a busy man. Requested service on the go. Take my limo downstairs. My girl Debbie is waiting inside. Pick him up at his hotel and drive him around until he gets his satisfaction. Just make sure the paparazzi don't get a shot of him, okay? Хорошо, хорошо, попробую. Don't disappoint me this time, honey. Я попробую, но не гарантирую, что у меня получится пройти. Так, подгоните лимузин. Ну, хорошо. Так, с дороги лимузин едет, мать вашу. Важная шишка. Но пока на лимузине только я. В лимузине. Так что я и есть. Важная шишка. Сейчас возьмем одного какого-то звезду там. Знаменитость какую-то. Подвезем. Посмотрим, кто это будет. Так, едем, едем, едем. Yo, get the fuck out the way! Так, поворот, блин, полицейского сбил. Но нам от этого ничего не будет, мы сами полицейские. Он сам виноват, меня подрезал, дурак. Так, тихо. Всем спокойно. Damn, I gotta deal with the paparazzi now. This just keeps getting more interesting. Разогнать папарацци? А ну-ка. Пошли вон. Police! Пошли вон. Вон пошли отсюда. Полиция, блин. Пошли. Чёрту. Чёрту я сказал, пошли. Блюдки. Ты, сука, а? Уели, что ли? Полиция, сука. Иди домой, а. Вот так вот, на. Все. Все, отлично. Всех разогнал. Нет? Не всех еще? Да нет, всех. Hey, how you doing? Так, а чем делать надо? Блин, а че здание провалил? Нет? Yo, don't even start with me, Miss Hearts. Why are you wasting my time like this, Marcus? I'm sure you're dying for another chance, aren't you? Да ладно, повторить задание. Hmm,
Нет, не буду. Я зашел в здание. Там никого не было. Все, короче, отдыхай тогда. Рот. Задание. Рок-группа. Баснуется в гостинице. Так, друзья, пойдемте разберемся с этой рок-группой в нашем новом стиле. Стиль называется «Удар посохом». Тихо-тихо-тихо, блин, дороги. Включи лучше мигалочку. С ней как-то попроще бывает проехать. Направо. Опа. Отлично. Отлично. Мы на месте. Опа, 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 опа. Отлично. Так, не паникуем. Так, мужик, там у тебя это. Рок-группа обоснуется. Надо с ней разобраться мне. По-взрослому. Эй, ублюдки! Полиция! Чёрт! Вы чё, сука, охуели, что ли? Полиция, придурки! А им похуй, да? А это, да? Вообще похуй. Получил, сука? Разобрался я с ними. Давайте следующего. Тех, блин. Так, а где у нас еще один? Эй, мужик, можете арестовать? Блин, куда он, блин, за стену провалился? Придурок. Сучара. Неплохо. Ладно, друзья, пойдемте дальше. Выполнять полицейские задания. Так, а что у нас? Пойдемте туда на бойцовский клуб прогуляемся. Бицепский клуб у нас находится как раз... А, нет. Нет, 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 нет. Угу. Так, ладно, сходим лучше, возьмем пончиков. Поедим. Сосиски. Сосиски поедим. Опа. Спасибо, чувак. Поднял мне здоровье. Отлично. Ладно, покатаемся. Еще немножко. Поищем преступников. А вот и он. Очень опасный преступник. С оружием, твою мать. Все, он мертв. Вот, таких дебилов, сука, надо расстреливать нахуй. Все нахуй. А то, блядь, пока их арестуешь, они тебя могут легко убить уже. Да. Так, тихо-тихо-тихо. Ограбление аптеки? Вот это круто. Поехали. Ограбление аптеки? Черт. Блин. Что за аптека? Ой. Вот где ты здесь? Ага. Интересно. Место. Безлюдное такое. Тихо. И где они? Ага. Вижу ублюдка. Грабителя.
Would you look at that? А ну сука, стоять, падла. Получил, сука. Oh, damn. Отдыхай, сволочь такая. Все, женщины, не бойтесь. Преступник обезвреден. Не плачьте. Все хорошо. Я с ним разобрался. В стиле удар посохом. Тихо, налево. О, бля. Сори, сори. Блин. Черт, поджигатель. Где поджигатель? Где он? Эй, дебил. Все, не то, нет, не пострадал. Отлично. Арестован, сукин сын. Поджигатель хрена. Иди поджигай, блин, у себя свой огород. Если хочешь поджигать что-то. Чу. Так, друзья, можем тачку взять. Так, драка проститутки с сутенером. Так. Интересно. Сейчас мы разберемся с этими сутенерами. Ух ты, нихуя, ты чё, придурок, что ли? Сука, чуть не убил меня, падла. Отдыхай, сука, а? Как я его, а? Падали эту. Ужас какой-то. Блин, я думал в рукопашку будем драться, а он... Блин. Оружие достал. Скотина. Сутенер. Хрена. Так. Зайдем тебе в ресторан. А, он закрыт. Он закрыт. Так, в дороге. Так, где я нахожусь вообще? Я уже запутался. А, нет, все нормально. Смотрите, цвет желтый. Это уже очень близко к зеленому. Зеленый это район у нас очищен полностью. Это будет цвет зеленый. У нас район Нью-Йорка очищен полностью от всякой мрази. Отлично, отлично. Гоу. Так, подождите. Черт, закрыт. Почему все магазины закрыты, блин? Вроде на улице светло. Похищение ребенка, вот это да. Блин. Он далеко уже уехал, да? Вон он, я вижу, он далеко. Сука, надо догнать эту мразь. Похищение ребенка, вот тварь ебаная, а? Да бля, с дороги! Я его упущу, сука, из-за вас. Блять. С дороги, да... Короче, я его не догоню. Заебал он. Заебал, короче. Какой-то магазинчик одежды. Welcome, paisan. Ну-ка, чё у тебя мужик есть? You need clothes? I think we have something for you. Вау. Смотрите, костюм туриста. Интересно, да? Да.
Да, ну и наряды. Я мужик. Ладно, спасибо, чувак. А еду дальше выполнять полицейские задания. Мне только бы прическу поменять у Маркуса. Прическу или цвет? Прически, цвет. Так, пьяный водитель, стоять! Куда стука разгнались? Эй, пьяный водитель, мать ваша. А ну, ушли с машины. Придурки. Ну вот, напились, суки. Напился я пьяно. Не дойду до дома. Ну все, нахуй, до дома не дошли. Да. Идиот. Так, мне бы это... найти парикмахерский салон какой-нибудь и поменять прическу Маркузу. Во, смотрите, еще одни кроссовки я нашел. Черт, а как мне их достать? Нападение на проституток. Опять на проститутку напали. Блять. Так, беру сосиски. Спасибо, чувак. Я наелся. Да блять. Издевается. Блин. Взяли на машину? Тогда. А с крыши машины я уже на крышу залезу. Вот пускай так. Ну-ка, друзья, попробуем залезть. Хоп! Взяли на машину. А потом сюда. Но! Прыгай, Маркус! Да блин, что такое-то, а? Блять. Ну, Маркус! Че, сука? Не хочет запрыгивать. У меня надо грузовик, блядь. Где ему грузовик, я ему достану? Поблизости нету грузовиков. Ой, мать. Вот, автобус есть. Блять. Ну-ка дай-ка я разберусь с этим сутенером. А, тут уже проститутки. Эй! Девушки! Давайте разберемся с вами. Полиция! Ух ты! А них еще электрошоки! Вот твою мать, а! Успокойся. Ты арестована. Сука ты! Хорошо, что я хоть поел. Отвалит меня. Подкрепился. Ах! Она мне руку сломала, вот сука. Вот так вот. Красиво я ее. Тихо, не раздави ее! Эй! Она... твою мать, тихо. Все, а теперь я с тобой разберусь, давай, сюда. Сюда, я здесь, дура. Ну, давай. Молодец. Ха-ха-ха. Вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Раздавишь меня еще, псих. Да, тачка в хлам. Эй, мужик, одолжи мне свою полицейскую машину. Спасибо. Я тебя верну. Угнана полицейская машина. Это я ее точно только что угнал. Они на меня, наверное, поперли.
А нет, это другой. Угнал полицейскую тачку. Вот козел, а. They always run, I don't get it. Где он? Блин, я его не вижу. Все? Ух ты! Он стреляет! Он стреляет! Все, я покойник. Их еще двое. Пизда мне. Хули они такие? С оружием еще такие, сука, все. Полиция, полиция! А ну-ка, все расслабились, суки. Так, если что, будем драться в стиле карате. Стиль тайского бокса я больше применять не буду. Будем драться в стиле или посохом, или в стиле карате. Чтобы как-то разнообразить наши бои. Тихо, тихо, тихо. Там что, это парикмахерский же салон, да? Я не путаю. Ну-ка. Сейчас проверим. У меня здоровья мало, мне надо поесть сосисок и пончиков. Чё тут одежда? Ладно, иди пока. Спасибо. Так, да, мне нужно искать салон. Салон парикмахерский. Так, у нас опять бытовая... Нет, не помню. Блин, не успел. Вот, мужики, нашел. Салон, быстрее, пока он еще открытый. Hey, long time no see. Здорово, мужик. Можем мне поменять стиль прически? О, могу походить лысым. Афро, афро я уже ходил. Так. Ну, возьмем вот такой простой притисон. Можно цвет поменять даже. Блондинчиком побыть. Да. Нет, уж ладно, я возьму туда. Nice doing business with you. Просто постригусь, короче. Хоть как-то разнообразить. Наш вид. Вид Маркуса. Ух ты. Это что такое? Это что такое? Это кто был? Блять, кто-кто? Я за ним. Эй, скотина. Че, как они быстро гоняют? Мне нужна тачка быстрая. У меня тачка совсем не быстрая сейчас. Еще и заносит ее. Вообще зашибись. Нет, я вот точно не догоню на такой тарантуле. Даже пытаться не буду. Отлично, друзья. Районы эти два уже почти очищены. Почти. Oh, да, вот тебе и вообще. Уволенный служащий с оружием. Так, с оружием это опасно, значит. Блять! Отвалите! Все, пускай отдыхает, блядь. Он бежит, красавчик.
Так, он мой. Полиция. Я его арестую. И посажу на пожизненно. Отлично. Так, у меня, кстати, много денег. Можно еще купить оружие или новую тачку купить в магазине. Вот. Магазин машин. Поехали. Купим себе, может, новую тачку. Тихо. Ограбление таксиста. Да чё ты, блин, дорогу меня перегородил? Чёрт. Ладно. Сами разбирайтесь с ним. Я поехал в магазин машин. Тачку к себе куплю. Новенькую. Ну-ка, просто посмотреть хотя бы, что продают. Вот там одно фуфло продают. Даже мне интересно, на машине будет. Глянем, друзья. Вам наверняка будет тоже интересно, каким в магазине можно машину купить. Полиция! Преступник обезвреден. Расслабьтесь. Я снайпер. Вот она. Вижу магазин. О, байкер! Эй, байкер, ну-ка дай-ка мне. Круто. Это какая-то полицейский мотоцикл. Такой же. Подгоняя на байке. Захват заложников. Режим. Так, идем за заложники еще. Ой. Повороты у них слишком резкие у этого мотоцикла. Так. Тихо. Блять, у меня здоровья нет вообще, пиздец. Да, меня убили. Потому что у меня здоровье было на нуле, считать. Черт. Псих. Мужик. Так, у меня будет стиль карате. Заложена бомба. Во. Заложена бомба. Вот, лучше бомбу сейчас обзарядим. Так. Тихо. Так, здоровье у меня уже восстановилось, значит, можно уже пончики уже не хабать. Так. Опа, приехали. Отлично. Так, бомба, да, значит? Сейчас. Уж по бомбам я специалист. Большой специалист. Полиция! Сейчас я бомбу разрежу вашу. Так, посмотрим, что мы тут можем сделать. Всего. Бомба обезврежена. Эй, женщина, можно вас обыскать? Ага, детали оружия найдены. Нет, я тебя арестую. Никаких взяток. Не будет. Сразу виновную нашел. Ай. Дилетантки. Так, нет, магазин. Видим прямо. Наконец-то она нас похвалила.
за хорошую работу. Эй, дебил! Полиция, один псих. Так, посмотрим. Желтые, блин, почему все еще желтые? Почему не зеленые? Так, справа. Сейчас он будет. Магазин. Нам не дают никак в магазин, блин. Я все-таки зайду. Так. В магазин машин. Нам надо заглянуть обязательно. Вот задание подождут. Вот оно. Машины. Отлично. Посмотрим. Hey, how you doing? Ну что у тебя, мужик, есть? Интересно, покажи мне. Так, такая-то чуля. Управляемость, скорость у нее охуенная. Так, вот такая. Такая тачка. Такая еще. Такая. И вот такая еще. Вот это неплохая тачка. Простой стиль. Вот это опасно. Вот это вообще скоростная тачуля. Так, или это взять? Мини-фургон. Мини-фургон или какой-то скоростной. Ладно, возьму скоростную. Так, цвет. Цвет белый. Красная. Ну, пускай вот такая будет. Nice choice. Да. Doing business with you. Согласен, выбор хороший. Спасибо, чувак. А вот и она, наша новая тачка. Да, ну-ка оценим ее. Так, а тут какой-то... А, мы тут были, наверное. Были в этой школе. Были выпускут. Магазин закрытый. Не одна. Захват заложников, твою мать. Дороги, ну вот. Наша новая тачка. Пять заложников, что вы делаете, а? Со мной. Черт. А не, есть нормально. Одного убил. Кого убил? Я же не этого, не заложника убил. Нормально. Эй, police coming through! Все круто, пацаны, все круто. Так, вот задание. Едем на это задание, чтоб наш район был зеленого цвета. Нам надо выполнить задание. Ну поехали тогда. С дороги вы, блюдки! Поколебали. Заносит, блин, тачку заносит. Зараза. Чёрт. Потом
Я обязательно буду выкладывать. Игру проходить будем с вами. Продолжение этой. Эта игра называется Sleeping Dogs. Мы обязательно будем проходить эту игру на канал. Обязательно. Я ее обожаю. Эту игру обожаю. И Sleeping Dog. Обожаю. Скоро-скоро будем проходить Sleeping Dogs. Это будет классно. И вы согласитесь со мной. Покажите такого, кому не нравится игра Sleeping Dog. Я с ним сфоткаю. Ладно, заходим. Сейчас тут будет серьезное задание. Так, тихо. Попробуем по-тихому, друзья. Может и получится. Карате. Так, одного убрали. Так. Получится еще одного кого-нибудь убрать по-тихому. Отдыхай, сволочь. Пошел ты. Yo, I hope you got a good plan B. Давай подеремся, мужики. Чё, давай посохом моим. Можно? I'm gonna beat your ass. Давайте посохом. Классно. Это было классно. Согласитесь, друзья, это было шедевр. Шедевр. Классно. Вот так и с ним надо разбираться. Красиво, эффективно. И как можно менее болезненно. Женщина, вы что тут делаете? Отвалите. Тут полицейское расследование идет. Отвалите. Pay attention, you asshole. Это было классно. Попробую почаще так делать. Такой эффективный удар. Это супер красивый, главное, вообще. И тут этой стили много. Друзья, сколько я играю? Y'all need to pay attention. Сколько стилей? Черт, убил его. Я не хотел его убивать. Черт, мужик. Отдыхай. They gonna love you in lock up. Все? Нифига. Заложницы. Полиция, вы свободны? Полиция. Идите домой. Возьмем улики. Порнография здесь. Еще порнография. Угу. Все, девочки пошли домой. Молодцы. Так. Где еще улики? Вот. Это что у нас? Нож? Ха. Нож. Интересно, почему ножи тут? Чё? Еще порнография.
посмотрим с этой стороны. Ага. Здесь что-то должно быть, да? Да-да-да, вот оно. Мне не показалось. Краденые бумажники. Офигеть. Чего такого здесь нет, а? Да. Ну что ж, отлично. Задание мы выполнили. Это оказалось не так трудно, как я думал. И это отлично. Чем проще, тем лучше. Так, улик я тут не вижу больше. Ладно, пойдемте, друзья. Задание выполнено. Это круто. Наверняка мы карту освободили. Посмотрим. Нет, ну... Ну, в общем, не важно. Так мы хорошо с вами сегодня повыполняли эти полицейские задания. Где-то какая-то стройка идет. Силь посохом очень даже неплох. Ой, это силь карате. Вот, у нас посох. Рок-группа опять обоснуется. А что, давайте ее. Я с удовольствием проверю наш посох. На этой рок-группе. Еще разочек. Так. Куда ехать-то? Направо, я думаю. Сейчас налево завернем. Заносит, заносит тачку нашу. Разберемся с этой рок-группой. И будем закругляться на этой нотке. Сегодня повыполняли так побочные задания. Задание полицейского. С нашим новым посохом. Это было неплохо. Особенно мне понравился этот супер удар. И классно. Вот поэтому мне нравится менять стили. Всякие стили в этой игре. У каждого стиля свои великолепные удары есть. Так. Эй, рок-группа! Ты что ли? А ну-ка, пошел отсюда. Эй! Вы что строили? Классно! Я это сделал! Круто! Мне это нравится, мужики. А ну-ка успокоился, блядь. Так, ты арестован. Ты тоже. You a lot worse than me. Готов. Отлично, задание выполнено, друзья. И это было великолепно. Так, вот наша тачка. Так, женщины, можно вас обыскать? Ладно. Чисто, чисто, ну, ладно, не ругайся, не ругайся. Успокойся. Успокойся, милая. Так, это что за задание? Блин.
давайте посмотрим, что это за задание, и на этом точно уже закончим. Эй! Эй! Нихуя мне без башки оставили. Вот я дебил, а. Сука, нахуй я оружие достал. Да. Мне башку просто пристрелили. Пиздец какой-то. Да, и такое бывает. Ужас. Ладно, на этом будем заканчивать, друзья. О, тихо. Че, все? Район очищен? Ну, короче, район очищен. Она уже заебала меня. Так, 40 закусочные, но мы уже разберемся в этой ситуации в следующей серии. Маркус классно выглядит. В этой новой кофточке. Или ветровочке. Ладно, всем пока, друзья. Увидимся скоро. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте, под видео. Скоро увидимся. Давайте, друзья. Всем пока.